Ребята, всем привет! А мы вернулись в монашку в Evil Nun The Broken Mask, потому что здесь новая глава, первая глава, новая первая глава, да. Сложность нормально, сестра Мадлен, тра-та-та, Морвин Честер, да. Все так и есть, ничего не хочу менять. Веди себя хорошо, Морвин Честер. И никто не пострадает. Это что-то новенькое? Это, по-моему, опять начало, какое мы видели в прошлый раз, когда мы проходили на стриме, пролог, или как это называлось. Это, короче, мы везем, пытаемся сбагрить братишку Амора в летний лагерь к монашкам. Звук у меня что-то врубился. Блин, а я смогу это пройти вообще без вашей помощи, как вы считаете? Потому что на стриме-то было нормально все. На стриме-то мы справились. А как открыть... Да-да, это мы его бросили. Как открыть первую главу? Вот в чем прикол Дес. Потому что так-то мы сбегали уже неоднократно от сестры Мадлен. Мы ее даже переезжали на машине. Ну, не мы, правда, а Филиппа. Тут какие-то новые ачивки добавились, и добавилась первая глава. Как первая глава? Как ее запустить? Не будет такого, что я просто сейчас опять сбегу от сестры Мадлен, и на этом все закончится. Ну, повторяем это как мантру. Проверяем, идет ли у нас запись. А запись идет, все хорошо. А потому... Можно, наверное, бросить предмет, чтобы взять другой. Что за пролаг? Привет! Ай! Отстань! Тут такой и был этот самый... Господи, как он называется-то? Все слова повылетали из башки. Field of View. Ну, тихо, мадам. Какое сейчас задание? Подожди. Можно элементы про видео и графика? Элементы управления? Доступ? Нормально, вертаться, стиль прицела. Дрожание камеры можно выключить. Как скажете, сестра Мадлен. Как вы думаете, может быть, нужно было сначала узнать, что такое первая глава, а потом сюда приходить? Так, я вышла наружу. А, это я знаю, эту локу я знаю. Вот! Я думала, что как бы первая глава будет проявляться в том, что здесь раньше были такие классные дверки. Там, по-моему, сестра Мадлен за мной немножко несется. Здесь должен был быть предохранитель где-то. Это все еще мне все еще этим надо заниматься? Ну ладно, чё начинаешь-то? Чё начинаешь? Всё, ухожу. К
привязалась, а? Was that a rat? Да, да, крыса была. О, привет! Come here, rat. Да, блин. Взывается еще. Who's doing? I'll find you sooner or later. Мне капец. But I, the voice of thanksgiving, will sacrifice to you what I have vowed I will pay. Salvation belongs to the Lord. Ой, мадам Мадлен. Где мой предохранитель? Я думала, тут спрятаться можно. Ну, на кухне же должно быть. Блин. Меня любят родители, отстань. Это неправда. Ты обманщица. Что здесь столько бутылок? Это точно лагерь? Погоди-ка, тут перестройка какая-то произошла, что ли? Не так же дом выглядел. Так, а у меня есть задания какие-нибудь? Нет активных заданий. Да в смысле нет активных заданий? А, вот предохранитель. Да? Это ж он? А почему он не подсвечивается? Надо было сначала получить задание некое, да? Я торопыга. Привет. How many times do I have to hit you with my hammer? Детей нельзя бить топором, сестра Мадлен. Сколько раз, говорит, тебя надо ударить топором? Нисколько. What's that? Так, ну это мы видели. There are rats here. They will bite you as long as you hide. Да никто меня не укусит. Что это такое? Это книга. Тут все поменялось. И такое ощущение, что я не успела взять задание и пошла уже как бы... заниматься своими делами. Хотя по факту это моя комната. Нет, это не моя комната, а моя где? Как теперь вернуться в свою комнату? Да. Иисус. А здесь есть теперь надписи. Как красиво. Так, все, я вот тут сижу, как бы у меня все нормально. Хотя у меня нифига ничего не нормально. Так, это путь как это называется-то? Музей гордости разработчиков. Мы его открыли в прошлый раз. Здесь поменялось строение дома. Вот в чем прикол. А как мне теперь? А как мне теперь понять, что мне делать? Сестра Мадлен. Она так медленно подошла. Прям вот такая...
Она знала, что я никуда не денусь. Она не кричала, она не бежала. Она просто на меня напала. Да. Походу, надо было все-таки узнать, что такое первая глава. Но мне хочется как-то самой, как, вот, ну, разобраться. Я-то как бы пошла наверх, потому что думала, что я сейчас включу свет, подрублю, откроется дверь, и мы пойдем дальше вот этим всем заниматься. Тут просто нет подсказок. Вернитесь позже для новой подсказки. У меня должно быть активное задание. Лепошары. Сестра Клэр. Музыка тревожная пошла. Чего, чего? Тут никого нет. I have a surprise for you. I'll wait here for a moment. Можно закрыть ее в музее для разрабов? Просто мы, когда играли в прошлый раз, у нас было задание. Там было четкое задание. What? А, вот лифт, подожди. Все нормально, ничего тут не перестроилось. Все как надо. Привет! Привет, привет! Че ты за мной идешь? Она теперь стала тихо идти, вы заметили? Она до этого всегда орала. Блин. Блин. А тут она такой с довольной ухмылочкой просто идет. Ей по кайфу, она... Да отстань же ты. Ну вот, предохранитель лежит, он не берется. Мать. Что у тебя сломалось? Почему ты мне не даешь взять предохранитель? Я хочу предохранитель. Мне надо подойти к двери, чтобы сработал скрипт. Чего болит? Ноги болят? Но это не я виновата. Да ты бегаешь за мной, носишься зачем-то, непонятно зачем. Нет электричества. Но я поняла уже, что нет электричества. Я вот прям осознаю. Я даже знаю, как включить электричество, потому что мы так делали миллион раз. Stop behaving like a little child. Face me. Как ты поясничать? По-моему, вот это предохранитель. Либо я, конечно, прям совсем долбанулась, и это не предохранитель, а какая-то чаша, а предохранитель где-то лежит вообще в другом месте, но я помню, что он на кухне. А! Может, это кружка, к которой я прицепилась и говорю, что это предохранитель? Может быть такое? Ну, как будто бы может. Ну, хочешь, я потрогаю? Хочешь? Вот, хочешь, я потрогаю? Нет предохранителей. Вот, видишь? Нет электричества. Но, по-моему, так вот выглядел предохранитель в прошлый раз. Ладно, ладно. Вот прикол, да? Я прошла эту игру до этого и не могу ничего сделать. Может, это баг какой-то? Я буду все свои неудачи списывать на баги. Что она молится, это мне что, дает возможность... Урок столько. Дает возможность почувствовать себя в безопасности?
Ну, то есть игра говорит, нет, это не предохранитель. Ладно, хорошо, игра, я поняла. Я поняла, что ты против меня. Только что мне теперь делать? Спасибо, что повесили указатель на лестницу. Может быть, предохранитель теперь надо где-то найти в другом месте? Может быть, вообще тут прям все сильно поменялось? Короче, как оказалось, вот это вот путь в новый контент. А не в музей славы разработчика. Потому что здесь все поменялось. Бункер обнаружен. Подставка. Заприте бункер, чтобы быть в безопасности. Нет, я не хотела сюда наж... Нет, можно выйти? Блин, игра, отстань. Главное меню. Да, я не хочу заново это проходить. Сожгите одежду сестры Мадлен. Что? Так, заново все грузим. Заново. Держать спейсбар. Держу спейсбар. Капец. Игра стала сложнее. Я так понимаю, меня сейчас подводит тот факт, что я знаю, как проходить пролог этой игры. И здесь сейчас вообще по-другому. Прям вообще все по-другому. Так. Еще одна попытка. Заходим в бункер. Не трогаем куб. Таинственная картина. Магический кубок. Как мне запереть бункер, чтобы быть в безопасности? А, серьезно? Так. О, контент пошел, смотри. Так, там показана зеленая дверь рядом с дровишками. Я даже, кстати, знаю, где она. А, и дает зеленый ключ. Взрывы на высоте. Таинственная картина. Я думал, что еду в летний лагерь. Я здесь уже много дней, я думаю, они солгали мне. Я не знаю, знали ли мои родители, куда они меня привезли, или они были частью этой редкой истории. Теперь это уже... А ничего, что я не дочитала. Не имеет большого значения, хотя я скучаю по ним. Отец, мать, злая монахиня теперь моя единственная семья. Она делает все возможное, но она не знает, что такое любовь с тех пор, как случилось это счастье. Так, и чего? Короче, у нас здесь будут разные... Подставка для маски. Найдите кусок сломанной маски. Все, да? И теперь я иду... А это куда? Дверь шепота? Свеча зажжется после выполнения определенного задания. Понятно. Ничего не понятно, но понятно. Короче, у меня есть зеленый ключ. Мне теперь нужно... What did I just hear? Ты как выбралась-то, мать? Так нечестно вообще-то. Вы видели, она с первого этажа телепортнулась? Ну вот предохранитель. А это не предохранитель, кстати. Это турка. Просто доколупалась до турки. Наверное, со стороны было смешно. Смеялись вы, наверное, да, смеюнькались? Hmm.
I hope your body can withstand this punishment. Otherwise, I'll have to bury you. А включилось ли электричество? Позвольте спросить. Потому что я, по-моему, вроде как успела. Ладно, 9 минут побегали, посмотрели на монашку просто так, повеселились. Она ключик мой бы забрала, если бы нашла в руках. А если бы забрала, куда она бы его дела? Не получилось бы, как с соседом из двери. Мадлен. Давай начнем все сначала, Мадлен. Так, ключ. Пойдем проверим, включилось ли электричество. Зеленым горит. Все красиво. Так. Ох, блин, какая же ты мразь! Да я не хочу писать на твоей доске. Мне нужно... Дверь заперта. А, да, точно. Мне нужно вот сюдой. Вот. Вот и все. Смелости тебе не занимать, но я хочу убедиться в том, что ты сможешь помочь мне разделаться со злой монахиней. Принеси несколько частей маски, чтобы спасти детей, запертых в прачечной. Эвана как? Ой, как красиво. Какой миленький, хорошенький спортзальчик. Eagle Junior Highs. Найдите 3 особых предмета. Нужно нечто спрятанное в классах 3А и 6А, а также что-то запертое в спортзале. Взрывную куклу. Рядом записка лежит рецепт, который необходимо отнести вместе с 3 компонентами в новое место, открытое в саду. Чтобы сбить кусок маски на баскетбольной площадке, нужно спрятаться и взорвать куклу, затем его следует отнести в бункер. Во, ну теперь видно, что хотя бы есть задание. Но как нужно было догадаться, что мне нужно вот именно тут... Что, какая Библия? Окончательная Библия? Кто топает? Вот это, да, надо сбить. Окончательная Библия. Eagle Pride. А у нас есть что-то запертое в подвале? Я просто вообще не вижу, что что-то заперто в подвале. Ой, в подвале, говорю. В подвале. Если что-то заперто, значит в подвале. В спортзале. Но я вот это вижу, но я так понимаю, что это то, что сбить нужно. А, подожди, кусок маски на баскетбольной площадке написано. Тогда мне просто нужно наверх залезть. Отсюда нельзя подняться. Пойдем здесь. А здесь тоже ходит Мадлен. Ходит, докапывается до детей. Тут что-то может быть? А. Да, хорош. Закрой вот это. Угу. В целом все понятно. Чтоб спрятаться. Логичная раздевалочка, да? О! Ой, что за подлак? А-а-а, как громко! Погоди, я все-таки хочу залезть-то наверх в спортзале, чтобы эту штучку-то забрать. Ой! Или не хочу, погоди-ка. 3А там был.
Третья, шестая. Ладно, пойдем сюда. Так, тут отметочки. Значит, нам, наверное, сюдой. Секретный предмет, да? Странный класс. Очень много печатных машинок. Метлу? О. Странная кафедра для книг. Ничего не произошло. Может, надо что-нибудь положить? Может, нам нужно положить эту окончательную Библию? Кстати, ни одной книги нет. Так, это я тут была уже. А как я сюда попала из спортзала? Погоди-ка. Ключ от бункера нужен. Подожди, стой. Метла, это же вот сюда. Это чтобы сбежать. Это мы так уже делали. Как бы мне теперь попасть обратно? Ай, ты чё всё пинаешь? Я что-то не помню, что там была странная кафедра для книг. Когда мы в первый раз играли. Но, сдается мне, я буду тупить. Мы с вами полчаса уже сидим и не продвинулись буквально никуда. Мы только узнали, чем заняться. Я не помню, как сюда попало. А. Классы. Спортзал, очевидно, новый, понятное дело. Но классы старые, получается. Вот этот 3А и 6А, это старые классы? Что за дождь был? Так. Это шкафчик. Здесь не пройти. Вон там лежит какая-то книга. Давай возьмем с собой книгу. Блин, а у меня теперь будет, да, крат... А, все нормально. Подожди, зачем я беру с собой книгу? Мне сейчас там брать штучку какую-то. Пусть здесь пока полежит. А я прыгаю, я не прыгаю. А как мне туда добраться? Подожди, или на баскетбольной площадке это имеется в виду? Наверное, это имеется в виду вот эта баскетбольная площадка. Это просто трудности перевода. Короче, мне не нужна эта штука. А что тогда запертое? Запертое в спортзале мне нужно что-то. И еще что-то в классе 3А и 3Б и 6А. Хорошо, допустим, я беру окончательную Библию, потому что она меня привлекает с точки зрения того, что тут все просто книжки, а это окончательная Библия. Возможно, ее нужно положить на тот пьедестал, и там что-то откроется. Но, возможно, я просто это все придумала, чтобы как-то оправдать свои вот эти блуждания, которые... Бляха. Это не мат, кстати, если вдруг что. Вы будете писать потом.
Ну? Динамайт! ТНТ. Динамайт. Так, стоп. Рядом с запиской лежит рецепт, который необходимо отнести вместе с тремя компонентами в новое место, открытое в саду. Саду. Это выход. Подожди, мы сюда зашли. Это сад? Рядом записка лежит рецепт. А вот здесь записка была, а где рецепт? Динамит мне явно понадобится. Что это такое? Это курятники? Привет! Отстань! Как она? Да ну в смысле, мать! Ай! Да я знаю. Блин, я не понимаю, то ли тут какие-то трудности с переводом. Я думаю, что сад... Сад. Где у них еще сад? Все в сад, говорят. Мне кажется, этот ролик придется подрезать. Потому что создатели игры не рассчитывали, что я буду сильно тупить. Рецепт рядом с какой запиской? Почесала, глянь, почесала. А динамит остался лежать там, где она меня достала? А! Так, хорошо, я нашла секретное место в саду. Да я поняла, что твой сад, да, тебе дороже, чем я. Блин, я в ловушке. Я упала за текстуры, ты не можешь меня ударить. Блин. Да черт подери. Туловище мое бренное повисло. Я не поняла, где найти рецепт. И что стало с динамитом? А динамит, наверное, нужно заново взять, потому что там целый ящик был этого динамита. Мне кажется, сейчас уже прям надо убиваться, потому что это четвертый день. На пятый день мне ГГ, поэтому давайте сейчас убьемся. Сестра! Сестра! Сестра, я хочу получить по щам. Stay in your room and write a million times that you will be good. It is not so difficult. Так, ну смотрите, сейчас как бы где-то... А, еще один день! Блин, еще один день! Черт, я не подумала об этом. Мне казалось, это последний. Ну да, место на доске еще есть. Ладно, сейчас убьемся повторно. Прошло почти 40 минут, как бы, контента. Ну, у вас, может быть, чуть меньше, потому что я, скорее всего, все подрезала. Какую-то бесконечную.
Мы выяснили, где взять динамит. И пока это все, что мы выяснили. Короче, ребята. Я вернулась обратно сюда. Читаю таинственную записку. Так, а где книга-то эта? Вот она. Вот она, эта книга. Так, журнал заданий. Все, прочитала. Рядом с запиской лежит рецепт. Где он, блин, лежит рядом с запиской? Там ничего нет. Либо он не рядом, либо как бы это трудности перевода, либо я не знаю вообще, что происходит. Как бы окей, окей. Я сейчас разберусь, все, не кипишую, не паникую, все нормально. Я, по крайней мере, уже знаю, где найти динамит. В принципе, если я сейчас успеваю его донести... Зря я сюда пошла, ну да ладно. Нормально. Живем. А, если я сейчас донесу динамит до секретного места, то получается, что я уже пройду больше, чем в свой первый заход. Может, наверху где-то записка? Написано было рядом с запиской, да? Рядом... Господи боже. Реально рядом. Подожди. Ты подожди. Все, я поняла. Там, короче, динамит, кукла и... Это вот штучка вот эта. Ключик. Глянь, приперлась, светит. Ага, фары, блин. Сваливай. Just a couple more sledgehammers, and you'll be ready to work in the laundry. Ну, честно, сестра Мадлен, я вообще-то сижу в шкафу, и как бы у меня прикосновенное так-то. Угу. Читерит, потому что она почувствовала, что я уже близка к тому, чтобы победить. У меня один предмет, как бы... Ну, считай, два предмета из четырех. Вообще. Чувствует старуха. Предчувствует смерть. Я надеюсь, что с рецептом все хорошо, и он просто теперь на том же самом месте висит. Нет? Наверное, потому что рецепт в единственном экземпляре, он будет лежать там, где меня огрели по башке. Ну да. Хорошо. То уже, я думала, баганулась немножечко. Так, мать, ты меня вот этим давай не пугай. Ты сейчас вот это начнешь в шкафы мои залезать. Оно мне надо? Вообще не надо. Давайте попробуем найти еще одну комнату, которая мне нужна для выполнения задания-то. На той были отметины. О, ага. Так, здесь что? Метла?
Мне нужна ручка, чтобы открыть напольные часы. Но метла подсвечивается прям явно. Но зачем мне метла? Может, мне вот здесь открыть пока проход? Или я потом сюда не поднимусь? Если там сигану, да? Или открыть? Мне кажется, оно мне не надо. О! Сестра тут. Зачем мне может понадобиться метла? Lord, help me recover this lost soul. Вот же ж неугомонная женщина. I wouldn't go there if I were you. Нельзя мне говорить в ухо. Мне кажется, это все-таки кусок маски, который мне нужен. Нельзя говорить мне в ухо, если ты на самом деле не рядом. Это нечестно. Поступил новый рецепт. Ну да. Так, сюда же, да? Допустим, метла. Нужна ручка. То есть она где-то есть, да? А игра мне подскажет, где эта ручка? Или я буду блуждать в потемках? Какая вообще может быть подсказка от игры, кроме вот этих вот синих? А? Это что, пустое помещение? Не придумали еще, да, что тут устроить? Ну, это я знаю, как бы, зачем все. Что за топот? От меня? Да я делаю топ-топ. Я начинаю нервничать. Заблокировано. Может, мне прям вообще на улицу надо? Туда вот, к Филиппе? Может быть такое? Пойду все-таки открою. Мало ли, с чем придется столкнуться. Скворечник, он тут был? Тут, скорее всего, все то же самое. Здесь сейчас будет ключ.
от классрума. Я не могу его взять. Детей доносятся, да? Ты чё, она испугалась-то? Может, мне нужно этой шваброй что-нибудь вот тут как-нибудь... Ой, это не швабра, это метла. Я вот тут провалилась в дырку, может, тут как-то можно... не знаю. Как-то... Что я могу делать? Там вон что-то лежит. Это книга, мне кажется, нет? Блин! Меня бесит, что она начала тихо подкрадываться. Кот? Кот от шкафчика кого? Фаната? 18626. Кажется, она меня сейчас тут сожрет. Мы уже знаем, что сестра Мадлен любит читерить. I can't wait to put a mask on your stupid face. Ну, судя по тому, что фара не светит, она не здесь. Нам кажется, что она здесь, но она не здесь. Так, ладно, вылезаем. Здесь все шкафчики без замков. Может, вот в соседнем? Вот это вот, блин, зачем еще нужно? А! Так! Погоди-ка! Ясно, понятно. Игра заиграла новыми красками. А! Тьфу ты, блин, невинная кукла. Я, кстати, не заметила первый раз, когда ковырялись мы с вами в шкафчиках, что там замок есть. Блин, так тут все вообще прям супер просто. Это я как глупая вообще женщина вот этим всем занимаюсь очень долго, да? Главное понять, что куда, как бы, а потом... Она не попадает туда. Так, теперь я беру ручку, иду к часам, и что-то там происходит. А зачем метла? Подожди, или метла это вот та метла, которая, чтобы пройти, чтобы сбежать? Блин, ну вот это вот такая неочевидная штучка. Хоть бы там что-нибудь подкрутили, ой, подкрутили, подкрасили, тут как-нибудь сделали... Линию какую-нибудь нарисовали желтую, как в этом, в Resident Evil. Типа, здесь можно лазить. Типа такого, потому что, ну а как понять? То, блин, здравствуйте. Да, это я. Это я. И не помню, как ту комнату найти. Но мы сейчас найдем, она где-то... Где-то с краю. Угловая какая-то. Вот это, да? Кайфы. Так. Сюда. Нет, не надо кидать. Филиппа, is that you? Stop hiding! А это ее что набрала? А! Тут просто еще какие-то шестеренки, но там есть этот ключик, который был в рецепте. Шестеренки зачем? Это поражающие элементы? Привет. Извини, что напугала. Так, ну и чего? Stop running now! Так, ну вы меня сейчас, не надо меня сейчас ловить. Где она? А, вижу.
Ну, я вроде все нашла. Надо на кнопочку только нажать теперь. Когда сестра Мадлен... Когда сестра Мадлен свалит отсюда. Давай спрячемся. You forgot something. Come here for a minute. Да, сейчас прям. Ну что-то топчется где-то рядом. В целом у меня в руках ничего нет, даже если она меня сейчас ловит, я просто вернусь туда, куда мне надо. Ну не надо, ну мадам, ну отстаньте. Мне просто кнопочку нажать. Я сейчас кнопку нажму. Стелс. Судя по звуку, там еще не готово. Что-то поднялось, да? It's useless to run away. I'll catch you over and over again. Я надеюсь, кукла будет лежать там, где я ее оставила. Было обидно. Но ничего страшного. Лишь бы сестра Мадлен не разобрала эту куклу обратно на составные части. А что мне нужно? А, мне нужно сбить каким-то образом куда-то куклу установить. Сбить маску, маску принести в бункер. Yes. Нужно спрятаться и взорвать куклу. Мне только не очень понятно, куда куклу мне нести. Спрятаться-то я смогу. Прячусь я прям, ну, хорошо. Да, кукла лежит. Зашибись. Так. Кукла-диверсант. Так, ну сестра Мадлен явно не читер. Куда мне куклу-то положить? Мне бы какой-нибудь, хотя бы какое-нибудь указание бы. Да, ну сейчас прям. А тут просто есть активировать куклу? Типа вообще где угодно? Спрячьтесь во что-нибудь. А как в смысле спрятаться? Я там взорвусь в этом самом, в шкафчике? Хорошо, давай, я спрячусь. Окей, вот, смотри, я спряталась. Я получила достижение взорвать сестру Мадлен. Класс. Но я только что потеряла возможность пройти, да? Извините. Мне теперь надо опять идти за динамитом и детальками часов. Слушайте, но это нельзя было не сделать. Я готова посидеть еще немножко в этой игре, чтобы взорвать сестру Мадлен. Короче, мне пришлось переиграть всю игру. Потому что кое-кто
Не смог переначинить куклу. Взрывчаткой. Хотя игра сказала мне, что я могу такое сделать. Но кое-кто не смог. Поэтому мы идем. Очень сильно издалека я хотела спрятаться поближе. Но у меня не получилось, потому что Sister Madeline, очень сильно меня прям, ну прям заколебала. Что? Что не так? Она тупо зависла. Она зависла, кукла, зависла. Игра, ты предлагаешь мне переигрывать это в третий раз? О, боги. О, боги. О, нет, 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 нет. Sunday, you will home. Alone, there were tears in your eyes. I called your cell phone, my love, but you did not reply. The world is ours, if we want it, we can take it. Never disobey. If you just take my hand. There's no turn back now. But baby, try to understand. Don't wanna break your heart. Wanna give your heart a break. Да блин, Мадлен! I know you're scared it's wrong. Like you might make a mistake. There's just one life to live. And there's no time to wait. To waste. So let me give your heart a break, give your heart a break, your heart a break, your heart a break, oh yeah, yeah. Я не знаю, короче, что с этим делать, но я тупо не могу дойти до досок. У меня просто зависает здесь игра, при этом она как бы, ну, не зависает, чтобы вы понимали. Вам кажется, что игра зависла? Как вам такое? Не знаю, не знаю. Я не буду переигрывать в четвертый раз уже, потому что меня как бы и сестра Мадлен за это время уже поймала миллион раз. Я не догадываюсь, в чем проблема. Вероятно, оптимизация. Надо ждать какой-нибудь патч, чтобы это все работало, потому что, ну, я не вижу причин, почему она у меня зависает. Я как бы пробовала и на видюхе снимать, и на проце пробовала снимать, но у меня как бы менее требовательные игры нормально пишутся без таких лагов, пролагов, подвисов. Подвисает уже третий раз подряд. Я, ну, опять-таки, при разных совершенно настройках. Не думаю, что проблема в моем компьютере. Я думаю, что проблема в игре. Ну, ребятушки, мы с вами в целом, как бы, ну, практически все прошли. Нам осталось только масочку эту вот отсюда сбить, отнести. И как бы все в шоколаде. Я думаю, что если мы с вами будем эту игру проходить, а мы, скорее всего, ее будем проходить потом, рано или поздно, я просто дождусь патчика и это все сама переиграю, доделаю маску, когда у нас будет вторая глава, и все будет готово. Вот, а пока, к сожалению, придется нам остановиться здесь, без логического конца, без логического завершения. Но как бы я пыталась, игра сегодня не на моей стороне, как и судьба, звезды, и кто там вообще отвечает за успешное прохождение игр.
Спасибо всем, кто смотрел. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. И если хотите поддержать канал, ссылка на донейшн-лёрд в описании под роликом, а также в шапке канала. Я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.